Здравствуйте, меня зовут Лиза Москаева, мне 8 лет. Я живу в Москве и учусь в актерской школе «Талантина». Там я участвовала в «Чешском вечере» и сейчас участвую в финальном проекте «Талантина». Учусь в международной школе ЕНС. Там у нас тоже есть драма с мистером Джеком. Там мы делаем какие-то сценки, играем в какие-нибудь игры или можем подучить наши слова, которые мы говорим в концерте. Я играла в 4 школьных концертах. Я играла полицейского пингвина, я играла единорога, я играла снежинку и покупателя. Also, I can't speak English. And now I will tell you a joke that I learned. How do you call a horse that lives next door? Your neighbor. Еще я учусь ездить на лошади и учусь испанский. Люблю рисовать и изучать растения. Так что, если я подхожу к какой-нибудь роли, пожалуйста, приглашайте меня. Всем спасибо, до свидания.